А заводоуковские бизнесмены тоже учатся, но друг у друга. Группа предпринимателей побывала у коллег на двух базах отдыха. Это инвестиционные проекты округа. Специалисты строят объекты для размещения гостей, благоустраивают территорию и производят продукцию. Местные власти делают большие ставки на развитие туризма. Любой инвестиционный проект, маленький он или чуть побольше, это всегда за собой влечет создание новых рабочих мест. И, конечно, для экономики городского округа и в целом для социально-экономического развития городского округа это большой плюс. То есть развивается бизнес, будет развиваться и в целом экономика городского округа. Добавлю, в этом году на сопровождении администрации городского округа находится 31 проект. Три из них уже реализованы. Предприниматели могут рассчитывать на информационную и финансовую поддержку властей.